Смотрите, как я хорошо стою. Вот там ока, только туда не пробраться. А вот это, смотрите, электрощитовые для карликов. Это такие дверки вообще метровые, а с шириной, наверное, сантиметров 40, я не знаю. Ладно, в общем, к самой оке тут, по крайней мере, на тачке не подъехать. Сейчас развернусь, поеду назад, там центр. Вот, а если ехать вперед, то там, как это и в жизни бывает, впереди ничего хорошего. Вот, поэтому тут мы можем вернуться назад. Вот и вернемся, друзья мои. Сейчас я буду еще смотреть очень пристально на карту, чтобы не прозевать поворотик. Да, там сзади, как всегда, кому-то не терпится. Нет, но если человек местный и спешит, почему нет? Его можно понять. А, вот какой-то поворот. Но наверняка не до оки. Ладно. Я не знаю, вот видно вам или нет сейчас. Вон тут тоже можно было, наверное, заехать. Ну ладно. Вернемся, короче, к центру. Там есть, значит, тень, где я хочу просто встать. Там поспать. Ну, подъем тут такой, я говорю, что на 24-й волк я не знаю, каким образом такие подъемы вообще преодолеваются. Вот мой-то хюндайчик спокойно едет. Райские картинки. Так, ну вот здесь сейчас вот храм, ну это, по-моему, такой 18-19 век. Это даже я понимаю. Новенький, короче. Так, вот сейчас там будет какой-то дом с такой хорошей глухой стеной. И мы сейчас там запаркуемся и поспим. Ничего не соображаю, как хочется спать. Ну, по-моему, вот здесь. Кажется, вот, по-моему, здесь. Здесь какая-то хорошая тень. Нет, не здесь, следующая. Здесь и встать некуда. Может, разве что вот сюда попытаться втиснуться. Что, втиснемся? Втиснемся. Очень хорошо. Думаю, что вряд ли здесь платная стоянка. Как вы думаете?